Всем привет! Это снова Влад и Никита. Мы продолжаем играть в Serious Sam. Я не знаю, что он сейчас делает, этот парень, но он меня дико смешит этим поведением просто своим. Жесть. Так. Пойдем, погнали, короче. Мы на дополнительном уровне после Луксора. На бонус, там, на секрет. Да. Он открывается. Блин. Сейчас. Отвоюем, договорю. Короче, он открывается, когда заходишь в последнюю дверь Луксора. С левой стороны будет небольшая дверца такая. Вот надо туда заходить, и получится, что вы попадете. Небольшая, вот, говорит, такая дверца. Ты говорит, за веревочку дерни, дверца и откроется. Ну, как-то так, да. Просто проходишь туда, и все, ты уже на этом уровне. Блин, а тут реально их много. Бро, почему ты погиб? Хотя не важно, пойдем. Они невидимые. Как серьезно тут все. Даю МСТ. Я сейчас дверью прижал. Да? Ну. Он уехал прочь на ночной электричке. Ехать не хотел, но прижал в нички. Приду. Пойдем, блин, уже. Мне, кстати, мне ничего не сделалось. Давай под воду, тут есть тайный проход. Вот. Куда можешь? Да блин, может, бонусы был. Какие бонусы? Иди сюда, пошли в проход. Пойдем, все, ладно. Кто начал зомби, тебе она не проход строит. Что-то музыка слишком громкая. Сейчас я, подожди, параметры немного убавлю. Все, гоу. Ой, так. Так, куда это мы выплыли-то, а? О, господи, мой друг... мазохист. Вообще. Сейчас я... Да сейчас приду, я резко все далеко. Сейчас, все. Я уже нашел дырочку, бегу. Я рад за тебя. Эй, какой шкипер. Я вот ту не добил. Да пойдем уже, хватит, а что ты дал? Пять. Смотри, кошки тоже ломаются. Тут вообще разрушаемое окружение, все. Ты бредишь, блин. Зачем тебе эта пушка нужна, скажи мне. Джо? Смотри, тут эти ворота. Блин, поиграть вообще нормально. Хера себе. Да как так? Ты что, умер? Да. Ну ты даешь, я с 10 хп живу. Нажал кнопочку?
Говорю, с 10 хп живу. Какую кнопочку? ХП. Ты о чем вообще? Что такое ХП, да? Иди вот, нажми кнопочку, у меня почему-то не нажимается, что за хрень. Вот стою, тыкаю, нифига. У тебя нажалось, что за бред? У меня, прикинь, оружия вообще нет. В смысле? Ну, дробовик и пушка. Так сдохни, днище. Я вот так вот беру его. Даже умереть нельзя. В смысле... Не, я не хочу. Так неинтересно будет. А это что за хрень? Это попахивает читерством каким-то. Да? Ну ладно. Да. А я вроде... Чё раньше-то молчал, блин? Чё это за херня? Где? Вот это посередине. Это кошка, ну символ, блин, Египта. Господи, ты чё? Вот ты днище. Для чего эта хрень? Не для чего, на декоративных целях тут присутствует. Капец, проходил, вроде все патроны забирал, опять появились. Тебя наебывают. Не-не-не. Это я сам себя, по-моему. Пойдем, нам сначала сюда, потом куда-то туда. Да, потом в другую дверь. О, да. А, я помню этот уровень. А здесь, короче, гравитация измененная. Смотри, я вверх головой. Да ладно. По бокам. Так, кто-то где-то еще был. Вон, блин, но... это реально круто. Фак. Кнопка нажалась, охрен. Тут должны выдвинуться ступеньки. Но а вон и... вторая кнопочка. И третья, и четвертая. Да какая где тварь стреляет? Да мелкие. Все, меня убили первый раз, наверное. Твою мать. Слушай, а он сильный? Я включу. А где мразь тупая? Ты знаешь, как взять вот эту вот ту броню? Капец, мне не нужно переворотов тут. Там больше, я тебе скажу. Да как так-то, блин? Меня снова завалили. Я тебе говорю, как сложновато играть. Потом закончился. Где эти пидоры? Ты уничтожай этих скорпионов, гребаных. Вообще бесит, да? Ватой какой-то занимаешься там. Смотри, там, короче, сердечко есть и... херня есть. Фак, не получилось. Но я знаю, как взять. Как? Смотри, пойдем за мной. Ты идешь? Все, давай. Сначала, да ёбаный. Блин. Это тоже прогнал, да? Ну. Ещё эта гравитация тупорылая, блин, хрень. Ну сейчас получится. Сначала, короче, ты запрыгиваешь вот на эту херню. Я что-то нажал и поднялась. Мне написалось, что поднята секретная платформа. Вот. Отлично. Блин, без меня бы мы не справились. Пошли. Так-то я поднял секретную платформу. Днище. Пошли.
С ядром сбежал. Ты дурак. Меня дверь зажала. Тут иногда двери. Это ты прикрываешь свое читерство в патронах таким образом, да? Да-да-да. Пойдем в кошку ставим. Что-то произошло. Что делаешь? А, взял одну жизнь и одну эту броню. Пошли! Все, го-го. А вот здесь, кстати, быстро можно сделать все. Go переводится как Global Offensive. Какой ты упогадливый. Нафиг ты поворачиваешься, блин, днище, меня сейчас убьют. Мне кнопка не нажимается. Тебе нужно самому идти, у меня кнопка не двигается. Что за бред вообще? Нажал? Да. Почему мета не нажимается? Почему? Не крышься. Ты опять, блин. Опять тебе ничего не нажимается. Иди быстрее, что ты стал? Блин, так тут рычагом поворачивается, понимаешь? Давай, нажимай. Еще раз. Прыгни. Ой. Теперь уровень поднялся до пола. Ой-ой, ты меня двигаешь кнопкой под водой. Кстати, как достать броню? А? Хер знает, мне тоже интересно. Там сердечко, кстати. Да нет, ни хера. Под водой, наверное. Не, может быть отсюда. Хотя. Все, золотой сфинкс взят. А я. Может под водой, правда, я. Господи. Такие зеленые типы такие просто. Сядь. Че можно про них пошутить, а? Как достать броню, мне больше не пишут. О, смотри, рюкзак сейчас будет убегать, наверное, да? Нет, но он лежит как-то косо. И это вообще не рюкзак. Ура! О, боже мой. Там вставай по углам. Нам хана. Ты где? Ты там? А я тут, прикинь. Я тебя там коцаю, а я тут стою. Вау. Хоть бы тебя там съели все. Не, ну мне сейчас хана придет. Не, ну, блядь, я ничего не могу сделать, ты за спиной остался, а я тут. Блин, капец, их не количество не уменьшается. Все, я умер. Иди сюда, блин. Куда сюда? Ты где? Вот рядом, блин. Придурок. Как ты туда пройдешь? Ты не пройдешь туда. У нас баг, по-моему.
что делать? Ну пошли, короче. Я не знаю, ну по идее. Все. А, ну все, да. Великая пирамида. Там, видишь, был. Там, видишь ли, был этот. Как его сказать? Просто небольшой дополнительный. Красный рюкзак. Ну, здесь, короче, будет очень серьезно. Я не знаю, блин, может разбить на серию это все. 30 патронов. У меня пушки, и это мощно. Как думаешь? Да, ладно, пирамида, ну это... Знаешь, что напоминает? Это точно Жорик Ванданов. Ты говоришь, спрашиваешь у меня, что я тебе говорю, это точно. Дорогие телезрители, с вами снова Жорик Ванданов. Че это? Да-да, короче, ладно. Ну, мы дошли до конца первой части Сэма. Здесь будет сейчас очень весело. Смотри, американский футбол, помнишь? Смотри, два пика стоят. Смотри. Да, я забил гол. Короче, мы завершаем на этой ноте прекрасную серию. Всем счастливо и пока. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. Никита с вами тоже прощается. В общем, всем счастливо, всем пока, ребята.